Кстати, информацию о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, нормативах их потребления, порядке установки приборов учета теперь можно посмотреть в разделе «Потребителям» на официальном сайте «Ямалкоммунэнерго». Выйти на него можно через наш сайт ноябрьск.рф. Как это делать, сейчас вы видите на своих экранах. Итак, кроме нормативов, Ямалкоммунэнерго в режиме онлайн предлагает задать вопрос специалистам компании, а также обещает разместить сведения о закупочной деятельности предприятия и выкладывать последние новости региона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.